В рамках форума «Россия – спортивная держава» Ульяновская область заключила два соглашения с субъектами Российской Федерации. Церемония подписания состоялась после делового завтрака, где главы регионов обсудили новые направления работы. Первое соглашение о сотрудничестве между Ульяновской областью и Удмуртской республикой подписал губернатор Сергей Морозов и глава Удмуртии Александр Причалов. Мы все, главы регионов, должны бороться за нашего туриста, который увозит деньги за рубеж. Ни один регион не может полностью закрыть линейку запроса спортсмена-любителя. Но когда мы будем делать это сообща, начало сезона может быть бегом в Москве, а середина сезона в Сочи, Казани, в Ижевске, а ближе к августу месяца все едем в Мурманск. Для этого в том числе нужен единый спортивный календарь. Я уверен, что мы это сделаем с Ульяновской областью. Второе соглашение о сотрудничестве Сергей Морозов подписал вместе с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Почти 90% продуктов питания у нас завозится из других регионов, в том числе из Ульяновской области, из средней полосы России, из других регионов и близлежащих к нам Северо-Западного федерального округа. И другой опыт в культуре, в спорте, в молодежной политике нам весьма интересен. Мы очень активно работаем с субъектами Российской Федерации, которые имеют лучшие практики. И Ульяновская область не просто не исключение. Сегодня многие практики Ульяновской области относятся к передовым. Далее мероприятия были продолжены в Волгоспорт-арене. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.